Македония согласилась изменить название. Премьер-министр Македонии Зоран Заев хочет поскорее завершить спор с Грецией из-за географического названия страны. Греция препятствует вступлению Македонии в ЕС и НАТО. Македония готова добавить географическое уточнение к названию своей страны, чтобы решить спор с Грецией, которая препятствует ее вступлению в Европейский Союз и НАТО. Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, передает Reuters. «Я хотел бы, чтобы переговоры с Грецией достигли успеха. Мы готовы к географическому уточнению в названии», — сказал он. Премьер также сообщил, что аэропорт, который сейчас назван в честь Александра Македонского, будет переименован в Международный аэропорт Скопье, а шоссе получит название «Дружба». «Сегодняшним решением мы подтверждаем наш шаг на пути к построению дружбы и доверия с Грецией», — сказал Заев. Ранее сообщалось о 5 вариантах нового названия бывшей Югославской республики. Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардарская Македония и Республика Македония. Скопье. Напомним, 4 февраля около 1,5 миллиона человек собрались в Афинах на акции протеста против использования названия Македония соседней страной. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.